Вот это да! Все доски, ё-моё, вся крыша. Это утро жители Новичихинского района запомнили надолго. В марте во время урагана со спортивной школы сорвало крышу. Чудом никто не пострадал. Кровлю сделали, кровлю новую в прошлом году. Ну и никто не думал, не гадал. Вообще роза ветров вот парапет ударяет. Она зашла, вот этот ураган зашел сбоку, подхватил. И вместе со стропилами, там шестерка проволок, в шести местах было скручено, как нитки порвало. И ее кинуло вот туда, на трассу. Весной Виктор Томенко потребовал ускорить восстановление социальных объектов, пострадавших от стихии. Дело в том, что в тот день в Новичихе также пострадала крыша многоквартирного дома, а в Тюменцевском районе снесло кровлю со здания детского сада. По словам губернатора, край держит на контроле ликвидацию последствий всех ЧП в регионе. Так, накануне Виктор Томенко проверил, как в Новичихинском районе отремонтировали спортивную школу. Районные власти заверяют, этой крыше никакой ветер не страшен. Мощное все здесь сделано теперь по проекту. Я думаю, будет стоять на века. Хорошо. Мы справились, в общем, с аварийной ситуацией. Комплекс хороший, и внутри очень комфортно. И можно действительно какие окружные соревнования принимать. Также в этом году в школе обновили трибуны. Деревянные сиденья заменили на более удобные. Под ремонт попало и административное здание, в котором находится судейская и раздевалки. Всего вложено около 2 миллионов рублей. Кстати, во время ремонта крыши в школе удалось устроить процесс таким образом, чтобы не срывать тренировки и быть в форме перед соревнованиями. Сегодня здесь готовы принимать даже юных спортсменов из других районов. Ирина Корчагина, «День с толком».